особо, чтобы не совсем мешало моему языку. Говорит, боковой. Он боковой идет. И то, что мы сейчас крутили, получали давление, то есть, допустим, раз, и палка получала давление, ну, рука в виде палки. Мы смотрели, куда это давление убрать. Мы его проворачивали, где давление мы убирали. Немножко вариативность мы убираем до одного какого-то действия, которое нам приходит, в данном случае, сбоку. И мы смотрим, как же в эту плоскость вы ныряете, как Алексей Алексеевич вчера целый день упасил, сегодня у вас то же самое. И мы эти вещи изучаем. Смотрим, насколько мы теперь можем интерпретировать эти моменты. То есть было, я нырял медленно, еще медленнее. То есть я выставляю руку, но она не изменяет ничего. Но этот старается воспринять плоскость, которая была. Это сложно сделать, не нужно это делать. Но мы стараемся расширить какие-то свои видения, восприятия. Даю. Товарищи, я вчера, кто слышал меня, в Шаолине монах, я сейчас не помню, кто какой-то, он, значит, изобрел движение руки 18 положений. Ну, у нас сабля 16 дает элементов положения руки, а он 18. Но в последующем этот Шаолинь разработал положение руки 76 положений. То есть вот то, что сейчас Аркадий Алексеевич вам говорит, и то, что мы с вами за эти часы во времени нашей встречи 17-х занятий по психологической подготовке, мы смотрим, что все эти движения, они дают возможность получить какие-то углы. Так мы отвести не можем. А за счет каких-то углов, косинуса угла, мы в состоянии что-то сделать, изменив ее. И то, что вот в этих вот самых спиралях, вот, позволяет нам где-то уравнять скорости линейные и угловые. И за счет этого синхрона мы можем что-то внести, то, что человек, противник наш, где-то дает нам возможность перехватить инициативу, взять, построить рычаг и сделать то, что мы называем вот, законом динамо. Помните, наверное, что на вектор силы наложить в плоскости перпендикулярно этому вектору пару сил, мы получаем движение. Вот если мы это теперь видим, что сейчас и объясняется вот этим положением, и руки, рукава засучил, то, что вы хотели видеть, и закон его, чтобы он действовал, мы продолжаем его в объяснении. Пожалуйста. Да, это пол. Там цветном. Он ведет. И то, что мы встречали и поворачивались, сама рука, если мы сделаем обратный, она была в плоскости, то есть рука была в плоскости, но теперь тело подстроилось под плоскость, и образовался угол. Он ведет. Раньше. Он ведет. Тоже не быстро. Я создаю угол, я чуть больше создал, чтобы именно было видно, насколько угол. И так, чтобы он закрывал как раз верхушку. Опять все из одной же серии. Чуть пониже веди. Он уведет. Тоже плоскость. Он ведет по плоскости. Или ведет удар, а я под эту плоскость вписываюсь. Я в нее вписываюсь. И теперь идет поворот. Но я не отбиваю. Здесь сочетание поворота рук, приседа, всего тела. Не в чистом виде. Внешне может показывать, что хух туда, хух сюда. Хотя это может быть сработано. Он, я ее здесь. Но здесь сочетание уже было, скажем, то, что было вот это. Но здесь уже с работой диаметра вашего предплечья. Что? То есть я его где-то по оси, потом за счет диаметра или радиуса, который я сделал. То есть я. А, немножко перед это самое.
здесь поворот. Есть угол и есть поворот. Вход и вот эта вот спираль, которая была, только она в разных последовательностях сработала. Вот теперь отсюда, если ее рисовать, она начинает идти в лоб сюда. Если ее сейчас нарисовать, она как раз проявит то, что было. Есть такие. А дальше, допустим, повороты дают вам возможность либо управлять, либо бить, какие-то моменты наносить. То есть вы привязываетесь к точкам, к центрам, уравновешиваете. Не зря ж в разных, скажем, религиях добивается спокойствия, медитации, там, дыхания, что-то еще. Для чего? Чтобы себя внутри успокоить. А успокоить для чего? Чтобы мозги были на месте, эмоциональное состояние вас никуда не носило, вы не метались, а были, ну, не то, что сосредоточены, а вы были успокоены, и ваше внимание было направлено, и максимум КПД в то место, куда оно нужно. Где вы эти вещи встречаете? Где я его, допустим, здесь она зацепилась, но я где вы? И дальше продолжаете момент. И если где-то дошли, допустим, до тупика какого-то, допустим, тупик в каком плане? Я его бил, он встречает и забирает меня. Я ему отдаю. Я ему отдаю предмет, где вы его берете. То есть не держите, будете сдержаться, и предмет потеряете, и сами погибнете. Поэтому мы добиваемся какой-то встречи. Если я его, допустим, здесь забрал и наношу, он встречает. Он встречает и не дает. Я после того, как не получил, ну, как скажем, встречу, не дал. Я его, допустим, здесь забираю, опять ему наношу. Он ее встречает и принимает решение либо наносить, либо забирать. Ну, пусть он меня будет наносить вот так. Я его, здесь, допустим, выбрал, чувствую, где-то я завязываюсь на этом. Я это убираю. Ему, допустим, здесь, ну, перерабатываешь, ну, что-нибудь делать там, ну, не важно, переработал. И ответ вот этого, этот в свое время, этот тоже что-то принимает защиту, он защитился, вы провернули и сделали реверс. Он, я смотрю, что он готов, я ему эту руку забираю и опять наношу, допустим, он ее встречает. Ну, допустим, что-то делаешь, в мою руку направляет. О, он в мою руку направляет, и я ее теряю. Он что-то хочет сделать, или встретить, или забирает. Я чувствую, что одной рукой я не справляюсь. Я тогда ему, на него. Вот та обоюдная работа, которая была на палках, медленная. Она дает возможность чуть-чуть привести мозги в порядок. Именно в этом, например, когда мы скоростью будем заниматься. На скорости вы ничего не увидите, ничего не поймете, ничего не научитесь. Да, можно бегать, прыгать год, второй, третий. Нагрузка на сердце, нагрузка на суставы. И только ухудшение своего положения. Когда надо, вы эти моменты проявите в себе. Встреча. Я ее опять встречаю, смотрю, насколько. Он делает шаг. Ну, пусть это. Я смотрю, он мне, я ее убираю. Убираю. Он отсюда, где вы, опять, либо здесь она берется, либо я его через ногу отдаю сюда. Выведение из равновесия практически везде присутствует баланс. Не только вашего тела, баланс вашего состояния эмоционального, психического, психологического. Он, где вы взяли. Я чувствую, что мне нужно пора голову убирать. Голову убрал, как ни странно, говорят, пятой точкой. Тазом. То есть вы присели, и тот угол был сделан. Он, я его отсюда, здесь, тут руку убрал, отсюда, здесь. Смотрю, здесь слишком большой рычаг, тяжело мне поднимать. Возможно, я использую ногу, возможно. Или наоборот, я и ее отсюда вытащу. То есть смещение по осям, смещение по высоте. То есть тренировка совершенно имеет другой какой-то смысл,
чем просто мы стоим, как вот старички, я чувствую, становятся, и в парах уже 100 потов у них сошло. Он, я смотрю, думаю, опоздал в шагах, хотел и куда пойти, но все равно, скажем, эти шаги дали возможность где-то выйти на, как сказать, пулю поймать нельзя, но если выровнять с ней скорость, мы ее соединяемся и можем взять эту пулю на лету, теоретически. Практически, конечно, это, наверное, невозможно такие условия создать. Поэтому я когда ее... Здесь у вас получается, что вы в состоянии за счет постановки ног, тела, эти моменты решать. И когда психологическое дает вам возможность выстраивать, вы не готовите себя физически, а по большей части психологически, которые вы высчитываете, выстраиваете за счет можно, нельзя, опасно, быстро, хорошо, пройдет взвешивание траектории, я его отсюда, где у вас, как оно, вот нога была убрана, для чего? То есть я его, потом я убрал, чтобы вернуть руку. Сначала это вроде справа, допустим, потом она убирается, чтобы это вышло. Вроде как вот паразит на шесть, она в механизме не несет никакой полезной работы, за исключением, что без нее механизм работать не будет. Она соединяет. Вот нога была как раз тем моментом, который давал возможность. И здесь я ее отсюда. Как здесь, так, допустим, палец ему отсюда. И вы развиваете вот эти вот, ну как сейчас говорят, нестандартные движения, действия, там всякие, как у нас сейчас зачастую пишут на русский стиль, нужно там танцевать, драпаки и все остальное. Да, боевые танцы или не боевые, они были просто танцы, когда каждый молодец или ухо военный, он просто свои таланты двигательные раскрывал в душевном таком порыве. Ну это мое. А то, что там люди говорят, отрабатывал, никто там ничего не отрабатывал в танце. Танец, народ просто отдыхал. Ну, на мое так впечатление. Он, так вы его встречаете. Хоть спина была и согнута, но ось как бы внутренняя, она была сохранена. Или стремимся к сохранению оси. То есть не отклячиваем пятую точку, чтобы она там где-то принимала. Но эти моменты могут иногда быть. Я туда, чтобы и туда, и здесь выстроить свое положение тела, которое дает мне возможность за счет каких-то амплитуд. И ох, туда. Движение. И вы тогда опускаете, освобождаете. Не боретесь, а ищете поток тех сил, возможностей. Я его ох и забрал. Оп, отсюда. И двигаете. И работа предметом, который у вас перетекает из руки в руку, манипулирует, дает вам возможность и гимнастики, и каких-то действий, чтобы управлять, видеть и работать. По парам разобрались, боковой удар, не встреча бокового, а использовать боковой, чтобы в себе пролететь чувства, видение, восприятие. Сейчас увидел такое, боковые, допустим, вы берете, вот так вот боковые, вроде все взяли, идет. Встреча произошла, а потом начинаете независимо. Потом начинаете поднимать руку. Смысл был тогда встречать, что происходит медленно. Видим, может, не удобно бывает. Когда я ее, допустим, поднимаю. Зачем? Мы наоборот выстраиваем плоскость, параллели и какие-то небольшие углы выстраиваем. А когда нам нужно что? То есть я ее. То есть мне нужно сохранить эту параллель, войти, как вот, допустим, я ее сюда вхожу. Но рука не поднимается. Не поднимается. Я ее отсюда. Поднимать руку нет смысла. Во-первых, это будет. Вы
нет смысла этого. А ты денежку заплатила? Да, через 10 минут выйдешь, там белая классика подъедет, документы мама передала. Ну так, подготовься, чтобы через минуту встретить. Поэтому вы смотрите, что это равносильно, что вы отсюда будете поднимать рукой. Что отсюда, что оно было отсюда. То есть мы вроде бы вошли, и потом эту ласточку, птичку, она не нужна. Сколько мы говорим о плоскостях, что мы вписываемся в нее. Мы сюда ее... То есть мы выставляем какой-то угол. Мы выставляем угол, который дает нам возможность эти... Где вы его берете? Он говорит, я его сюда встречаю, использую плоскость и... какие-то действия. Ну, не поднимайся. Поехали. Когда он ныряет, потом раз, руки, потом выныривает. Как? Ну, вы смотрите, на скорость не получится. Что мы смотрели, что есть плоскость, которая делит нас или пополам, или на какие-то там части, под каким-то углом идет. Мы эти плоскости пытаемся увидеть и получить удар, как говорим, противно, что я его получил. Есть. Не сразу там где-то бегать, защищаться от него, а получил от противного. Куда вектор силы направлен? Основной и куда она превалирует? Либо, скажем, снизу вверх восходящий, или сверху вниз, либо строго по горизонту, либо еще как-то. То есть где приоритеты? Разобрали для себя, что приоритеты идут вниз. Я так туда и иду, как бы под удар подставляю. Я смотрю, на каком уровне. Если я сейчас здесь ее принимать, мне здесь уже не вытащить, скажем, рукой. Или нужно будет присаживаться, чтобы ее обойти. Но масса уже, можно сказать, такая максимальная уже. То есть в пике она находится здесь. Там, если она в начале, здесь уже почти в пике. И дальше идет какое-то определенное время на этом пике. И вот здесь уже вы принять, скажем, если проверили упразилатор, тут нет, или в данном случае рукой, потому что давит. Либо нужно принять какие-то такие уж, скажем, меры. Если это, скажем, предмет, в данном случае я взял зуб, нашел наконец, что-то я его взял. Я его за счет вот этой кривизны, которая дает возможность вам принять. Кривизна. Если рукой здесь проблематично и телом сработать, то предмет, который кривой, он на вот этих вот, скажем, минимальных, уже все, он здесь, но поворот, он уже готов, где вы его сработаете, или где-то его возьмете. С одной стороны, кривым, ну, вроде ничего не сделаешь, не приготовишь, ну, неудобный, ножный, там, неудобный он вроде бы. Но для работы очень оптимальный, потому что вы его отсюда, сама кривизна, которая входит, оп, преодолевает, тут же вы его отсюда, оп, забираете, здесь вы его можете... накрыть, отрезать, прорезать, подцепить как угодно. Что делает кривизна? Поэтому эту кривизну, когда вы создаете, мы также смотрим, где руки, ноги, присед. Он делает, я, допустим, не туда иду, а здесь пришел, а тут ему чуть поддал, потому что на первом этапе он сначала бьет свою цель. Если цель куда-то ушла, сместилась, то есть он не получил давление, как бы не погасил со счет своего удара, то он теперь становится осью, а так там масса и скорость большая, его где-то срывает. И когда мы эти моменты знаем, он ведет, вы становитесь на его ось, он сам себя может выиграть. То есть вы эти, а раз вы уже эти моменты, я, допустим, ему сюда, он здесь, вы его где-то забираете и ему там надавать можно, это в шутку. Опять он ведет, он здесь, я его, и он здесь, говорю. Здесь, допустим, что вы ему бьете, здесь ему подаете, здесь, здесь. То есть за счет складывания своих частей тела получаете тот или иной отсюда, здесь, здесь,
гимнастика нашей половой жизни дает возможность нам поддерживать себя в более-менее рабочем положении. Не специально растягиваем, а путем переползаний, перемещений, еще каких-то моментов, чтобы можно было сработать. Он опять ведет. Я его отсюда где взял? И где вы отсюда? Опять же, ноги. Импульс ног. Где, может, конечно, рукой вы инициируете, а где с ногами. Он, я его ох, отсюда вытяну. Здесь ему вы стали. Чуть пониже здесь. Скажите. Он отсюда, я его оп, здесь. Ему отсюда. То есть вы выбрали, как отсюда, так вот нога, вы его здесь переложили. Руку, которую вы используете, чтобы здесь его можно было взять. То есть, как и руками, зная принципы, вы можете пользоваться чем угодно, что было. То есть подбив. Не просто под, так же, как и сбоку он вел, сбоку, вы его отсюда, используя этот же принцип. Опять он сбоку ведет, то есть вы его вниз, или вверх, или опять же вверх, или он у вас ведет, ну, допустим, я его отсюда. Укол. Я его взял, здесь вы его переложили. То есть использование вот этих центрований, не то, что там палки надо крутить, чтобы она была сбалансирована. А если я не сбалансирую, она сейчас не хочу кидать. Центр будет смещен, она улетает. То есть нету контакта, нету контроля. И когда эти вещи вы понимаете, я смотрю, еще на это тоже будет не то. Я его встретил, и смотрю диапазон предмета еще пока в поле действия его тела. Я говорю, ага, эти, допустим, я увидел и жду там, пока мне будет, он ходит, и я здесь его навстречу в тело, допустим, и его бью. А чтобы его тоже ударить, желательно не через кости, а через мягкие части тела. Когда мы кувыркаемся, или то бережем, все бережем, чтобы не удариться, не разбиться. И оно как раз вот и здесь также проявляется. Он, я его отсюда, раз, и жду, допустим, когда же он, а теперь я его, отсюда. То есть соединим одну точку, вторую точку. Как только он на нее встал, здесь уже особо контролировать можно и не контролировать. Тем более, это не автомат, никакая там зацепов нету, ничего нет. И он спокойно может как бы продолжаться. Он, здесь я его тяну, эту я убираю. Здесь я разворачиваю. И здесь его создаю. Мы опять же вспоминаем боковой удар. Что сильно вращать не стоит. Поэтому в зависимости от каких-то условий, вы также в состоянии эти вещи все раз, где ее стараюсь выстроить, сгладить, уменьшить, создать. Он опять, он здесь, я к нему на центр, его опять же убираю. Моя нога, которая дает возможность, и одна рука, то есть ему где-то сработать. Сработать. Работа предметом, который мы не давали, где мы прокручиваем в тех или других, я его, допустим, где-то могу наносить, бить, встречать, чтобы не размахиваться только, а при ударе где-то он мог что-то выйти и быть управляемым, мы эти вещи также дополнительно вносим. Как до этого, как и до этого. Он ведет. Я вижу, что он, скажем, где-то или вялый, или клевый, или там, ну, просто я могу вписаться. Где перейти то, что, как бы мы говорили, в лоб не ходим, но если человек где-то, он, я в плоскости, а здесь она подцепляется, вниз, где она, и еще здесь, еще тут может выйти. То есть это как вот винегрет. Что такое винегрет? Все, что осталось ненужного образа со вчерашнего дня. Ну, образа, это в шутку. Опять все сгреб, порезал, приправил и съел. Все, что лишнее, я оставил. Так и система. Мы ее разбиваем на какие-то упражнения, чтобы развить те или другие качества конкретного массы людей. Потом это все объединяется, варится, обтачивается на всяких препятствиях, ну и по задаче. Мы не берем уже гражданское население, а по задаче.
она изначально не гражданская. Поэтому у каждого превалируют какие-то... Я ее здесь вытащил. Я его здесь вытащил, смотрю, мне здесь бить некуда. Я тогда что его? Хоп, отсюда. И здесь он тогда взял. То есть умение и пытаться свое сознание пересечь. Да, оно по инерции идет, но там нету ничего. Либо нужно развивать себе силы такие, что, грубо говоря, по пальцу ударил, от боли умер. Да, такое вот. Он, вы, где, опять, я его отсюда беру. Отсюда взял, было здесь, я его поворачиваю, чтобы угол изменить. И где оно как раз выходит? Здесь ушло колено, опять. То есть колено для чего? Потому что кости. А костная боль, она самая тяжело переносимая. На меня укол. Методом от противника. Я поражен. Методом от противника. Я расслабляюсь. Удар сверху. Я свободен. Но беру через голову. Для того, чтобы мне его брать, я свободно выставляю как раз то, свои руки, как для ныряния. Укол. Теперь то, что вы видели, вот этот самый уголок, он колет, я принял, еще укол, он колет, и я делаю шаг. То, что вам было, я принял через две точки, сколько прямых можно провести? Одну. И я провожу. А то, что вы видите рычаг, кто из вас видит рычаг? Вы смотрите, что делается. Ваша задача построение его. И в данном случае, когда вы лавочку проходили, и пол, карданный вал вы видели, и дифференциал вот там как раз у меня представлен, и та деталь, которая тоже были, и они вместе, сочетание, дают вам как раз безопасность, убрать несоосность. И передать вращение. Он бьет. Я отвожу или не отвожу? Вы смотрите. Угол. Ведь у меня здесь самая слабая сторона или часть, средняя часть и сильная. И у меня тоже, если же, еще пожалуйста, если он идет, я раз принял, у меня точка опоры. Я пользуюсь рычагом, но мы говорим, на вектор сил. В плоскости перпендикулярной этому вектору находится пара сил. Вот наша задача в чем и состоит. Еще укол. Он бьет меня, я ему выполнил. Ваша задача состоит в том, чтобы увидели вы вектор или векторную диаграмму себя и вашего партнера, напарника, врага, совместить ее, найти рычаги, критическую точку, наложить те силы, какие вы сможете, чтобы его опрокинуть. Чем? Смещение центра масс за площадь его опоры ног. Еще укол. Раз, я поставил. Вы управляете. Он, раз, я пошел для того, чтобы его брать. Он колет. Раз, два, три. Использование того закона, что я вам сейчас только сказал, вы можете, еще пожалуйста, раз, два, три. То есть все вот это у вас в руках. А теперь разобраться, лавочки не убирать, а через лавочки, чтобы они вам мешали. Сделать вот эти вот моменты, как ударить, так и печка. Разобрались? Вперед, по своим лавочкам, начали. Делаем какой-то, не отбиваем, не отталкиваем от себя. А наше, как мы входим,
в эти моменты стараемся давать, то есть, ту встречу, которая нам дает возможность убрать, где я, допустим, его руку могу вытащить, чтобы нанести какие-то действия. Защита, она не только в том, чтобы отбивать предмет, а его как можно, скажем, принять в себя, а потом использовать силы, которые были созданы или вокруг нас, которые дают возможность управлять. О, я его вниз, сюда, потом в эту сторону. То есть вогнал к нему от себя. Таких вариантов или вариаций может быть много выставлено. Рука, которую я ее хоп, отсюда, его здесь вытащил. И где она также вступает. Но мы сейчас не рассматриваем не приемы, а рассматриваем пол, на который мы боялись и боимся по сей день с ним, или опасаемся, точнее сказать. И палка, которую мы так не боимся, как пол. Потому что мы можем отойти, и она нас не повредит. Но мы понимаем, что мы можем отойти, но остаемся на месте и используем ее встречу предмета так, чтобы можно было как-то сработать. Я его либо вниз, либо какие-то могут быть другие манипуляции, которые я его, допустим, хоп, ее отсюда, а здесь его здесь принял. Как отсюда, так предмет перехватывает, и его сюда можно использовать рычаг. И чем мы будем более спокойны, когда мы балансируем предмет, тем нам будет проще. Если мы начнем как-то суетиться, то предмет будет себя вести тоже нестабильно. И, соответственно, перенося сюда, если мы где-то будем суетиться, то есть сама ситуация нестабильная. Но здесь мы уже не балансируем, и поэтому нет проявления того. Но есть проявление каких-то действий дерганных, каких-то таких пиковых ситуационных моментов. Я его сюда, здесь его забрал. Смотрю теперь, есть и рука свободная, и есть предмет, и есть ноги, которые могут мне дать. Это, допустим, я ее беру, ох, его отсюда, и здесь. Ноги, которые я ему, ох, допустим, здесь выставил. То есть работа идет не, как сказать, не оттачивание приемов рукопашного боя, а оттачивание через эти элементы своей психики и, соответственно, физики. И понятно, насколько, где я его отсюда, хоп, допустим, здесь, отсюда его, хоп, здесь и сюда. То есть, работая с предметом и противником, вы стараетесь вот этот вот, назовем, страх, опаску, ее в себе развивать, что он вас повреждает. И у вас выбора не так много. И когда Алексей Алексеевич там показывал, стену обходил рукой, там ногой, ну я сейчас имитирую немножко, что возле стены было, то же самое. Представлять можете как угодно, стеной, плоскостью, лучом, пучком, шилом, как угодно, который дает вам возможность, я ему, допустим, хоп, отсюда, здесь ему, а это я сдвигаю, ух, отдаю, опять ему на эту штуку, хоп, его взял. А тут у меня, допустим, как-то пошло и не совсем, я ему тогда в обратную сторону отдаю, хоп, его здесь выставляю. И еще можно использовать атаки в виде колющего или каких-то других. Я его туда, ну, пол скользкий, не падает, красиво. То есть туда и сюда образовался рычаг. А я, кстати, сейчас я это... Вот, товарищи, видите, да, вот эту эволюенту, вот она, работа прошла. Вот здесь вот это как раз и дает то, что вы сейчас видите, где он выполнил здесь, и опять начинает его, и опять отсюда начинает. Сейчас я ищу кого. Вытащим. Я? Да.
такого. Этот нормальный, разумный. Он взял, использовал жесткость самого предмета, использовал защемление конца и по плоскости не вправо-влево начал раскачивать, где он сгибается, а по плоскости его раскачивал. То есть использовал рычаг и потихоньку он его вытащил. А если бы мы начали его вправо-влево, то естественно мы бы испортили, поломали предмет. Так и здесь. То есть мы рассматриваем не только, что в данном случае плоскости нет, он круглый. И его можно, в принципе, куда угодно. Но руки, это смотрит сюда, та рука смотрит сюда, положение рук. Здесь тяжелее мне использовать силу, а под намного легче, под руку. А теперь мы создаем дополнительный, то есть перпендикуляр ставим к оси предплечья или плеча. И дозабираем, где можем использовать как удары, которые нам дают возможность. И опять же, эти удары мы делаем, создаем ось, где рычаг нам дает возможность использовать его или для нанесения, либо для защиты. Я его здесь выставил, где, ох, как это, оп, ему сюда, отсюда, здесь, оп. То есть рассматриваем саму ситуацию не в какой-то, скажем, вот я защищаюсь именно вот от этой точки, не от нее, а в целом, допустим, я его беру, как человек, ох, ему отсюда, здесь его где-то выставляю, здесь его забираю. И вы управляете через него всем объектом. Или, может быть, не через него, а я это выберу. Оп, его. Здесь его. Оп. И где-то его беру. Форма. Допустим, здесь. И я его забрал отсюда. Где он у меня, я его как раз поражаю. И здесь его вытащил, и тут. И находясь, допустим, лопата, ну пусть будет лопата, это щит. А, я хотел сказать Леха был вчера. Но если мы перпендикуляр повернем под каким-то углом, то образуется как раз тот рикошет, который нам нужен. То есть я его здесь беру. И получается, что мы как раз используем ту, либо я тут эту использовал, здесь использовал, и отсюда, здесь, да, и сюда. То есть форма предмета, условия дают возможность нам этими вещами работать. Не отбивать, не... Я его, хоп, и опять палец. Палец, допустим, взял, а эту его тут вытащил и вниз направил его сюда. И как бы вы сидя или лежа, он тоже двигаться особо не будет, пока снизу. Я его, допустим, раз и его отсюда взял, оп, посадил, где тут вы можете его, допустим, он держит там палку, не видно, но допустим, я ее использую, его, хоп, а ее, допустим, сюда, я ее вывел, хоп, его, а здесь нога, которая была, чтобы эту ногу можно где-то было приложить, он, я ее, хоп, вверх, где он отсюда уже вышел, или здесь, или я его теперь пропускаю туда. Разобрали предметы. Поехали. Он ведет. И вы, сейчас ваша пара, другая пара, видит. Зачастую это
и перепрыгиваете вот эту точку, которую вам нужно встречать, то есть как-то ее формируете ненужным способом. Низ он должен быть таким. Плоскости. Плоским. Не подпрыгивать, не скакать. То есть перемещение по плоскости. И то же самое касается таза. Находится внизу, может только меняться где-то высота. Но не в пиках. А плоскость остается, но она плавно где-то меняется. Она может быстро, она имеет без этих самых пиков острых. И когда он ведет, задача не скакать. А для себя придет, да, площадка есть, вы есть, оси есть. Есть, назовем это тоже луч, точка, которая она летит. И ваша задача это принимать. И то, что база, которая остается, она дает возможность либо давить, либо ставить какие-то неудобные положения. Он опять, допустим, я придаю через верх пальцы его. Отсюда нет, на раз уже здесь проходит. Как отсюда, так она и отсюда идет. Только вы начнете сейчас таз дергать пикообразно, у вас сразу начнется внутреннее притупление. Глаза будут сужаться, желание расти, оно друг на друга и не давать никаких действий. Он ведет. То есть я его смотрю, оно как здесь, как оно здесь выходит. Так я его сажусь и в сторону. Сажусь и в сторону. Где его вы берете. А вы все дергаете. Он опять ведет. Он опять идет к ферму. Здесь опять здесь взял, тут перешел, колено, которое, нога может работать, или поворот с коленом, и опять же с ногой у вас ведет, он опять ведет. Я его отсюда, она выше, эту руку провожу, выставляю вот здесь, как отсюда, вниз. Это когда перемещение? Если бы вы посмотрели на со стороны, когда ты вот работаешь, потом отошел из общей массы и смотрит, кто как работает. Я бы сейчас, наверное, так не повторю. Он ведет, таз отрывается. Он отрывается, и вам кажется, вы это все делаете правильно. На самом деле, отрывает. Оно должно быть как-то цельным, что ли. Он где-то тихо здесь. Оно не видно, что таз работает. Но вы выставили, я его... Отсюда эту руку убрал, где-то, то есть вы направляетесь, если таз поднял, если взять, допустим, палку, то он смотрит вот туда, таз вниз. Это вектор направления сил, которые вы куда-то будете, как вот фонарик, если был бы, а не фонарик, палку, допустим. Примерно среднее положение таз. Я его вниз, вверх убрал. То есть это таз. Мы стараемся большие амплитуды давать. И когда в работе этого не видно. Тут я сейчас жестко привязал корпус и таз. Можно что его таз вниз, а корпус как бы точка осталась здесь. Таз сюда. Таз сюда. Таз сюда. А внешне этого иногда и не видно будет. Но когда вы начинаете в работе, вот эти каждый угол, он влияет. Но его так не видно. Он видит. Я его сюда. То есть у меня сейчас, если так посмотреть, он туда. Потому что я этим вектором загасил, хотя тучку оставил здесь, отсюда. Сейчас с этой он туда свернул, мне за Ташу говорит. И когда я его здесь, а этот тут уже как раз будет, я его тогда, то есть он уже меня отсюда вернулся и стал близко к вертикальному положению. Я имею в виду таз. Он сюда встал. И где я его отсюда взял? Я его. А внешне это не видно. А вы многие этот момент не учили. Надо работать так. А как? У вас оценена эта часть, вот эта часть. Вижу подсоединение. Нет, да я ж не в то, я такими определенными шутками или так, подколками, то чтобы осознали, что таз-то не та часть, в которой мы сидим.
А в работе она же как раз ее и не видно так. И на начальной фазе, когда мы там специально ее, да, чтобы человек, который начал, он видел, что таз что-то делает. Ему интересно. Потом через время становится неинтересно. Потом он получает и говорит, а зачем я пошел в другое место заниматься. Тут должны пойти определенные периоды временные созревания, чтобы человек увидел. И руки, когда вот он опять же ведет таз, потом сейчас как бы по оси чуть сдвинулся. Потом вот этот таз, он как бы сдвигается, потом идет шуб. Как бы типа этой спирали, только еще у конуса есть, чем дальше вылет, тем больше плечо. То есть амплитуда растет. Это вот как раз амплитуда, но она будет выражаться в руке. Или импульс, как вот ты заметил, там что-то может происходить, и, ну, возможно, он ведет. То есть я его отсюда сейчас, он смотрит вот так, то есть мне нужна встреча, а потом я ее... Нет, могу на него, это расклинивание. Но оно все соединено, все таз, систему координат X, Y, Z. Ну, в трехмерном пространстве. Так, так, вот и так. Вот как раз у вас этот гироскоп. Ну, это не гироскоп, конечно, не гиродвигатель. Ну, я так просто сейчас кидаю слова, как мне в памяти, не в памяти образом приходят. Это на плоскость, а это мы в объеме. И вот вы по этим осям смещаете. А у тех осей есть промежутки. Как вот у нас вращение с палкой вперед-назад, потом по часовой против часа, а потом соединить эти две плоскости, и тогда получаете вы объем работы предмета, как вы хотели. Но начинаешь с простого. С простого, то есть какой-то одной плоскости. Он, я его ток сюда беру. Отсюда его, оп, выношу. Я смотрю, да, вот тогда и будет или удар у меня, который отфиктур, и она ушла. Опять здесь я его добавлю для того, чтобы мне нужно было сюда выйти. Или же это будет с рукой, где как раз я вот тут уже прихвачу ух, отсюда, оп, где. И вот этот вот импульс, который здесь не в таком плане, а нет, ты просто ее здесь держи руку, и сюда. Ну это тут туда. То есть я чуть сместил сюда в руку. И есть упражнения, которые мы иногда делаем, если не забываем делать. Без расстояния, не отрывая, ударить по ладошке. Помнишь, мы делали? Хорошо развивает, да, что мы берем. И теперь с такого положения максимально сильно нанести удар. Или похожий на удар. А свободу берем. Во всем теле, то есть туда ее толкаем, чтобы, ну, будет под, хоть чуть-чуть у каждого будет подмывать, набрать, вот, нет, вот как она есть, и вот отсюда, без контакта, запустить импульс туда, вот, так вот, все свободно, все. А когда есть хоть мой небольшой люфт разбивает. Где люфта нет, там не разбиваю. А где вот люфт, там он будет бить. И когда мы там чуть-чуть где-то приподняли, оно как раз и получается. Поэтому он ведет, и мы там, допустим, раз, и тут вот у нас срабатывает вот это вот желание его отмутузить. То есть у нас перед нами становится теперь уже чистый белый лист. И на этом чистом белом листе нашего этого желания и действия не поймешь какие. Убираем. Желание, убираем чистый лист, оставляем человека, нашего Михаила, который видел, что делает. И мы его, допустим, получаем. Теперь на этом получении мы делаем какой-то элемент встречи. Встречи. Распознаем, допустим, ну, так как мы это все останавливаем, распознаем. Он может руку мог или убрать, или оставить, или оставлять так для нашего действия. Что мы можем с этого повлиять? Само собой по себе состояние не сильно удобное для этого. И для него неудобно. Мы как бы два корабля, которые разошлись бортами. Но, то есть получается, что я отводил и он отводил. Но если мы вот этот момент используем как, я, допустим, его встретил, туда мне не добраться, сейчас центр масс у меня на этой ноге, часть на этой ноге, это не сильно удобно. Я тогда использую, либо его чуть подтяну к себе, опять же, поворотом,
чтобы можно где-то было добраться с перестановкой «найди сюда», либо вы его используете. Это может быть удар с дальнейшим в сторону, а садиться будет, а он раз и не пошел. Он переступил свою ногу, тогда я на него, то есть он здесь свой центр массы выступил. То есть задачу какую-то выполнил, но изначально, я же хотел-то другое. То есть действия не совпали с моими мыслями. И медленная скорость этому, мне, в моем лице, какие-то вещи выполняли. То есть клин, который был то ли в эту сторону, то ли в ту сторону. Допустим, это его тух, и ему вот сюда вот он лопоток, тух, подавил лопоток сюда. Руки нету. А теперь нужно туда добиться. Я вот сюда тух, и ой. И отсюда еще даете удар. Есть. Первые несколько ударов, они не нужны для того, чтобы что-то с ним сделать. То есть, ничего такого. Но они дают вам возможность, во-первых, вызов запускается. Я себя тух, и рука потом может не работать. Есть. Отсюда вы тоже вот этот вот участок пробиваете и добираетесь до него. Даже если она проскочила, я смотрю, где она в обратную сторону. Это ушло, это вышло. Рука прихватилась. Опять такой, горе от ума. Хотел одно, а оно пошло и занесло куда-то в сторону. Он, я его лопаткой убрал, чтобы потом отсюда ему до горла добраться. До горла добрался, у меня кисть появилась. А она где-то не взялась по какой-то причине. Я тогда возвращаю ему в горло опять. В горло, в глаз. Кисть отсюда его в сторону не пошла. Опять надо шаг по шагу, чтобы сократить дистанцию. И где суставы вы можете использовать. Он где-то опять, я его переносился. Раз, не сработал отсюда, ну тогда раз, а отсюда. Если не сошла это, он защитился. Я ее отсюда, она здесь выходит, вниз убрал, смотрю, рука, и опять его отсюда, и опять. То есть вы раскладываете бокс, вы как бы уже знаете. Прямые, боковые, снизу, ноги знаете. Теперь его чуть-чуть расширить. Он опять ведет, я ничего не ему отсюда. А вот это как отсюда дало импульс, чтобы туда добраться. Она даст как раз такой хороший перескок. То есть и удар, и выход сюда. А тух отсюда. Тух. А вот тут уже вы смотрите, насколько вы можете его либо провернуть, либо оно уходит. Я это выставляю, чтобы туда дать. И опять ему отсюда. Ноги, колени в сторону. То есть более продуктивно рассматривайте себя по отношению к своему противнику, или, вернее, товарищу. Потому что когда вы становитесь, вы только тумаки суете. Нету разумного, как у вас манипуляция, карданный вал, оно не нужно. Что-то у них там все мудрено, просто раз-два. Это у других. А это дает хорошую базу для вот этого раз-два. В нашем направлении. В ихнем, у них пусть поехали. Мы говорили не раз, когда машина движется, движущийся транспортный средство, им легче управлять, крутить руль, чем которая стоит и крутить его. Все, что движется, им легче подправлять. Там, колесо катнули, оно катится, и вот только так подгоняет. Стадо пошло, его там собаки или там пастухи его куда-то направляют, ведут. Рука, нога, неважно. То же самое. Пуля летит, самолет летит, ракета летит. Стоят там компасы, гиромоторы, и потом система управления, которая помогает. То есть основной
основное направление дали, то есть снаряд вот запустили, и потом его только корректируют. Я думаю, что удачно оказалось. Вот этот снаряд, рука или там машина, она поехала. Она едет, у нее есть какой-то путь. На этом промежутке пути, но это не отдельная машина. Она же связана с какими-то еще действиями. То есть мы берем всю систему. Но какую-то часть отдельно сначала рассматриваем. И ее наша задача взять, помочь самим вписаться в эти условия, стать, а потом потихоньку где-то начинать давить, что-то выполнять, какие-то действия, то есть воздействовать на эту систему. Если начнем грубо, ну тогда нам нужно быть этой, как она называется, дробилкой, молотилкой, где жернова. Ну туда, конечно, человек не палит, его сразу переломают. Но мы не машина. Хотя есть люди, которые, они для себя выбирают такой путь, пока не найдется такой же или несколько слабых, но их много, а эти просто механизмы задавят своими костями и кровью, захлебывают. Да. То есть можно по нескольким пути пойти, но когда мы понимаем разумный путь, мы такие как раз вещи и видим. И так как мы связываем вот этот снаряд, или эту ракету, самолет, неважно, вы уже понимаете, о чем был разговор, с его телом, ну и у вас же то же самое получается. Тот же снаряд, самолет, та же машина, тот же механизм. Сюда одинаковые. Одинаковые, ну не внешние, а скажем по своим биомеханическим возможностям, там плюс-минус. И раз оно так, то мы вот эти вещи начинаем понимать. То есть в нашу сторону пас, потом мы даем пас, даем корректировку, воздействие, снимаем, так вот мы очень хорошее управление, перекаты. Правым, левым боком, руки впереди, новички приходят, пока освоят, но когда уже освоили, что зачем, возникает другая проблема. Они уже вроде могут катиться, а корректировать не могут. Потом корректировка уже куда плечи, куда бедра, ноги. И вот постоянно идет при перемещении в этих перекатах корректировка, чтобы не отклонялось тело от своей траектории, от маршрута. То же самое и здесь. То есть чувство, понимание, видение, что я вот... Многие смотрят, ну да, понятно. Но ни хрена не понятно, потому что вот этот внутренний смысл, внутреннее желание, многие смотрят на физическое. Вот она рука была, вот дистанция, ну вот так, ну и что. И я так делаю, и я, и все мы так делаем. В то время проходит, я увидел, я понял, что вы говорили там 10 лет назад, 15 лет назад, вот я только понял. Какой я был, ну дело не о том, что какой он был или как он понял, а то, что смотреть нужно через физические процессы, но еще более глубже. Физически мне легко, хочешь научиться драться один на бок, там 3 месяца ты уже будешь хорошо кидать руки, там уклоняться, отвечать туда. Здесь более глубоко. Он опять ведет. Раньше не имеет смысла, догонять не имеет смысла, а перегонять туда-сюда. То есть мне нужно иметь превосходство в скоростных моментах. Это опять приоритет спорта, где молодые ребята, девчата, они занимаются и до какого-то возраста. Потом все, на пенсию. Они не перспективны для спорта. А в жизни они еще молодые люди, там, по 23 года, по 20 лет, молодые. До спорта все, уже он может. А нам как бы желательно эти все моменты быть и жить. Он опять же. Я их отсюда его вытянул, что он вытягивается. Да, но это, он вытянулся, то есть вы можете еще ногой помочь. То есть он совсем растянулся. У вас получается, что после вот этого вы на пятку, и он его вытянули в прямую линию и дали боковой гипс сложили. Пойдет он так, не пойдет, это, скажем, время рассудит. Он опять идет, и я его и здесь, и вы уже тут у него. Как у вас и глаз у него сидит, как у него, допустим, ухо может сидеть, или я его, допустим, прихватываю шею где-то, где-то прихватил, где-то его вот, горло прихватил, он рукой раз, и что-то он хочет мою руку тут прижать, чтобы меня не пустить. У вас туда. Вот что, то есть вот этих, ну не подлостях,
А вот многих это нечестно или там что-то еще в себе не развивать надо, а видеть, что не голой силой, абсолютно не голой. Он опять, я чуть развернулся, мне нужна вот эта рука. Я когда потом ее кругу вниз, и она ух, здесь пошла. Нога в опору. Ух, туда. То есть ваш разворот, вот Алексей Алексеевич, я чувствую, показываю. Вот он бьет, ваша рука, он бьет. Я ее, допустим, ставлю, сейчас она на линии вот так. Мне она не нужна. Я ее ставлю здесь. Она никак не защищает. Но если вы, поставив здесь руку, сами повернетесь, все совершенно меняется с ног на голову, с головы, все меняется. Опять. То есть рука здесь, ничего не мешает. Вы делаете сейчас только одни повороты. Он ведет, вот чуть корпус был на траектории удара, чуть довернулись, немножко на него. И рикошет начал происходить. Но это же можно изменить и самой рукой. Он ведет, то есть вы к себе, только уже вот как сбоку, а потом ближе, а потом поворот, и получается вы не на оси, а уже теперь она переходит в эту сторону. А раз переход, значит, образуется угол. Больше. Образуется угол, рикошет. Больше. А дальше уже масса, которая шла, она сама подключается к вашим действиям. И вот эти моменты научиться видеть и в работе их использовать. Неважно, на какой скорости. На быстрой или на медленной. И когда вы видите, тогда не доказываете там, а я так. Вы просто смотрите целесообразность. Будет, не будет, принимаете, не принимаете. И спором просто передаете возможность. Один поработал, потом он на вас поработает, потом вы на него поработали. То есть меняете приоритетами в паре. И все. А вы зачастую делаю, не сделаю, там я первый, второй, так или сяк. Что еще, допустим, можно. Он же опять ведет. Раз он ведет у вас, то вы туда и вот. Вы его убрали. Вы убрали, допустим, рука уже здесь не нужна. Оставляете точку на плече, где здесь вы его уже можете убрать. То есть встреча произошла, и здесь взяли точку. Она как бы ложная получается для его психики. Взяли точку сохранили, контакта, а передали на другую часть тела. Его психика отмечает, что он же там держит, и здесь нужно где-то с ней бороться. А вы ее передали просто на другую часть. И уже готовы к каким-то другим манипуляциям, он начинает туда, а там уже много засады. То есть там уже нету то, что там было. Опять же он, что я его ох вниз, и теперь отсюда ап, вытянул. И вот здесь или прямой идет, то есть ноги. Или когда я вытянул вот этот самый локоток, дистанция, допустим, от шаг сюда, здесь я его вытащил, так у него и нога, вот выйти, так у него и рука, которую я ее отсюда даю. Потом что еще, многие в борьбу уходят, есть такое легкое, ну как раз шпага на мечи или на бурову. Шпага она легкая, вы ей парируете, управляете. Он ведет что-то, один другой удар. То есть вы его с лечом второй. Вы опять на что-то. Я вот так беру. Он здесь, я его отсюда. То есть не он где-то бьет. Я его тут здесь подобью. Он опять что-то делает. Вы отсюда его взяли. Он, вы туда. То есть его движение вы пытаетесь распознать, потом вывести на какую-то грань баланса. Достигаете эту грань баланса. И на этом балансе вы управляете. Нашли. Все, потом соединили, опять работает. Поехали.